Ушел из жизни актер из сериала «Склифосовский». Александр Машатков умер на 59-м году жизни. Как стало известно, причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Александр Вячеславович Машатков родился 9 декабря 59 года, учился в Саратовском машиностроительном техникуме. Как-то случайно попал в Кинешемский драматический театр, где после работал машинистом сцены и учился в студии при театре. Сниматься начал в нулевых, дебютировав роли бомжа в мелодраме с Гармашем и Певцовым «Кружовник». И по иронии, одним из самых известных экранных образов артиста также станет бомж в романе с кокаином, драме с Ксенией Собчак. Искренние соболезнования близким и родным. Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки и дизлайки. Пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!